Бедной Барби живется непросто. Какой улов меня ждет сегодня? Ой, куда пропала Барби? Неужели провалилась в другой мир? Вы не ушиблись? Thank you. Где я? Добро пожаловать! Мы вам поможем! Yeah. Mm-hmm. Не беспокойтесь! Готова к преображению! Yes. Умоем личико! Расчешем волосы! Милый бантик! Пишите в комментариях, какой цвет выбрать для Барби! Розовый в самый раз! Старую одежду прочь! Ленты! Украсим подол, смастерим передник, примерим. Новый лук выглядит так элегантно. Это что, единорог? Радужная грива. Барби, о, вот и она. Поможешь мне осмотреть королевство? Но... Мамочки, нет! Осторожно, я вас спасу! Я так испугалась! Это лошадка с характером! Вы спасли мне жизнь! Хорошо, что принц оказался рядом! Доставка материалов. Зубочистки. Немного пластилина. Лепесток за лепестком. Обернем фоамираном. Королевский бантик. Записка с предложением. Кого-то ждет приятный сюрприз. Барби ухаживает за единорогом. Давай я тебя расчешу. Угощайся морковкой. Yummy. Барби, прогуляемся вместе? С удовольствием. Только не подглядывай. Сюрприз, сюрприз! Вау! Как тут красиво! Это еще не все, помощницы! Цветы для вас, мисс. Угу. Вау, на любой вкус! И главный подарок, милая! Скажи, ты станешь моей женой? Я принцессой! Yes. Это самый счастливый день в моей жизни! И в моей! Невероятно трогательно. Атласный подъюбник. Старый обруч. Корсет-бабочка. Спереди стразы. Стянем сборку. Лишнее. Соединим. Платье для настоящей принцессы. Принц ждет невесту у алтаря. А вот и она. Барби неотразима. Мне все это снится. Нет, любовь моя. Я так счастлив. И я. Согласны ли вы стать мужем и женой и любить друг друга вечно? Yes. Yes. Какой размерчик? Пора отправляться в свадебное путешествие. Молодожены умчались в прекрасное будущее. Цветные палочки. Соберем рамку. Узоры из термоклея. Пройдемся кистью. Блестящий фон. Магия Лалилу. Пара блестящих корон. Для кого же они? Кто же крадется под капюшоном? Кажется, это тут. Добрый вечер. Кто это? Что надо? Я Барби. Нужна ваша помощь. Please. Присаживайся, милочка. Рассказывай. Я мечтаю о семье с детками. Yes. Расплюнуть. Волшебная пыльца. Крокус-тикус-вебра. Появился животик. Держи рамочку на память. Раз, два. Спасибо, это чудо.
Дорогой, смотри, у нас будут детки. Милая, какая чудесная новость! Скоро они станут родителями. Пупсик, ты нам нужен. Нарастим светлые волосы. Примерим маечку. Сошьем юбку. Украсим стразами. Рядом сестричка. Прекрасная двойня. Мои малыши. Прекрасный день для работы в саду. Подстрижем кустики, польем, покормим лошадку. Ой, что-то с животиком, что-то мне нехорошо. Мы доставим вас во дворец. Не подглядывайте за ширму. Я так волнуюсь. Все позади. Барби держит двух крошек. Как назовем деток? Пишите варианты в комментарии. Мои очаровашки! Поздравляем! Поздравляем! Поприветствуем новых принцесс. Возьмем контейнер. Пройдемся спонжем. Рарити, поможешь? Золотые башенки. Мягкий матрас. Помпоны. Игровая зона для деток готова. Принц сидит в тронном зале. Дорогой, присмотришь? Окей. Я по делам. Мои, ой, малютки, ой. Стойте, куда вы? Осторожно, иди ко мне. И ты тоже. Помощницы, нужен манеж. Готово, ваше высочество. Сюда, малышки. С помпонами веселее. В замке манежа так весело. И безопасно. Захватим светильник. Выбьем отверстие. Накроем тарелкой. Пройдемся кистью. Вырежем колечко. Колеса есть. Шторка. Золотой декор. Закрепим поводья. Кареты для принцесс готовы отправляться. Родители проводят время в свое удовольствие. Помощницы развлекают малышек. Деткам и целого замка мало. Папа, мама, на улицу, на улицу. Помощницы, мы тут. Девочкам пора на воздух. В парк? Девочек ждали личные кареты. Удобно, крошка? Но! С ветерком. Сестренкам понравилось развлечение. Подготовим мыльницы, вензеля из термоклея. Украсим ванночки. Перекрасим ножки. Как изысканно! Время купания. О нет, застряли. Фи, сколько грязи. О-оу, кому-то нужно искупаться. Спешим на помощь. Пойдем, крошка. Срочно в замок. Ванночки для принцесс уже готовы. Отмоем вас. Вот сюда. Нальем водичку, тепленько. Может быть, щекотно. Мы чистюли. А как же мы? Ваша очередь. Возьмем детали. Окошко. Деревянные палочки. Разомнем пластилин. Пройдемся по золотой.
Занавес. Последний штрих. Поспешим на представление. Семейный ужин. Приятного всем аппетита! Пора кушать. Ням-ням. Мои умнички. А теперь в кроватку. Стоп, чуть не забыл про булочку. Ты что-то говорил? А что люблю тебя, дорогая? Слушайте сказку. Давным-давно в 39-м королевстве... Так не годится. Помощницы! Чего изволите? Нужно представление на ночь. За ширмой прячется кукольный театр. Свет погас. Спектакль начинается. Куклы-принцессы веселятся в замке. Здорово! Браво! Тс, смотри! Детки уснули, сладких снов под одеяльцем. Теперь и все в замке смогут отдохнуть. Привет, Барби! Сменим образ. Ух ты, Барби ждет малыша. Приоденем куколку. Отлично сидит. Вау, мне нравится. Заменим серьги. Вау, шубка. Великолепный образ богачки. Барби и Кен отдыхают во дворе своей виллы. Когда принесут снимок малыша? Потерпи, любимая. Прошу, паста с томатами. Я не буду это есть. Я хочу снимок с УЗИ. Барби сильно нервничает. Что же делать? Может, тортик? Бургер? Ничего не буду. Хочу увидеть малыша. Придумай что-то. Окей. Дворецкий вернулся с долгожданным снимком. О, мой ребеночек, я так счастлива. Кен, малыш пинается. Незабываемое ощущение. Пара помчалась в больницу. Малыш вот-вот родится. Мне нужна одежда. О, обрезки мне по карману. Наряд весь в заплатках. Платочек на голову. Тапочки. Все личико грязное. Барби ждет малыша. И пусть девушка бедна, она не теряет оптимизма. Барби живет в шалаше и ведет домашнее хозяйство. Ах, новый день, пора вставать. Ай, шалаш развалился. Да, придется чинить. Девушка собрала свое жилье заново. Фух, готово. Теперь огород, морковка, полный ящик овощей. Приготовлю покушать. Барби развела костер. Теперь можно расслабиться за рукодельем. Одежка для моего ребеночка. Петелька за петелькой. Я так жду тебя, малыш. Коробочка от йогурта. Обклеиваем форму. Кусочек пластика. Крепим. Получилась ручка, подстилка, вау, листочек, разрежем, послужит одеялом. Соберем колеса. Наклейка Барби. Коляска выглядит бедно, но отлично справляется со своими функциями. Барби в огороде. Красивое яблочко. Как вкусно. Ой, ребенок толкается. О, что такое? Фу, похоже, началось. Надо в больницу. Барби взобралась на велосипед. Она на месте. Богатая Барби тоже тут. Мамочки, добро пожаловать в госпиталь Лалилу. Барби в своих палатах. Задвигаем ширму. Вот и все. Знакомьтесь, ваши крошки. Удачи тебе. Спасибо. Нужна коляска. Что же придумать? Барби из велосипеда собрала коляску для ребеночка. Поехали домой, доченька. Зеркальце. Снимаем крышку. Из ситечка получился навес. Мягкий матрас.
балдахин. Денежная карусель. Шикарная кроватка для богатой малышки. Все ждут возвращения Барби. Прекрасная комната. Папа с мамой вернулись. Как тебе? Как красиво. Слуги счастливы появлению малышки. Можно подержать? Конечно. Она такая милая. Ага, самое очарование. А это что еще такое? Обычная кровать? Поменяйте на богатую. Новая кроватка выглядит шикарно. Барби внимательно осматривает. Прекрасно. Уложу малышку. Ребенку кроватка не нравится. Родители взволнованы. Выбросите это. Посмотрите эту. Выглядит великолепно. То, что надо, превосходно. Карусель из денег. Малышке новая кроватка пришлась по вкусу. Семья счастлива. Пластиковая коробочка. Проходимся ножиком. Палки. Укрепляем шпажками. Губка для купания. Вау, сколько пены! Бедная ванночка выглядит очень экологично. Барби трудится в огороде. Польёт цветок. Малышка играет рядом. Хочу кушать! Вкусное яблочко. Белочка тоже проголодалась. Началась борьба. Что тут происходит? Оу, ты вся испачкалась. Нужно искупать тебя. Барби достала ванночку. Зачерпну речной воды. Отлично. Малышка, идем купаться. Пенка уже поднялась. Дочурке нравится купаться с уточками. О, чистюля. Кресло пригодится. Вырежем сиденье. Подставим емкость. Шикарный горшок для ребенка. Барби сидит с малышкой. Что такое, милая? Принесите бутылочку. Возьмите. Спасибо. Ням-ням, вкусно. Барби нянчится с дочуркой. Она снова капризничает. Ой, нам нужен туалет. Большой выбор горшков. Дворецкий предлагает варианты. Как вам этот? Чистое золото. Не годится. А такой? Малышка протестует. Еще один. Смотри. Девочке не нравится. Дворецкий умчался за другим. Он принес суперзолотой горшок. Прекрасно. Малышка теперь может сделать свои дела. Идем, милая. А дворецкому теперь убирать. Блестящая деталька. Клеим боковую часть. Состарим мелком. Гриф. Из ниточки получились струны. Сыграем на укулеле. Бедная Барби гуляет с ребенком неподалеку от реального мира. О, на свалке что-то есть. Вау, укулеле, мне пригодится. Сыграю для малышки. Дочка в восторге. Собираются зрители. О, да у нее талант. Слушатели приносят Барби деньги. Вау, как много! Ух ты, какой голосок! Ты так талантлива! Это вам! Бедная Барби вся в деньгах. Вот это удача! Мамочка сложила деньги в коляску. Малышка еле поместилась. Помпончики! Выберем несколько. Пушистые ножки. Подстрижем мех. Складываем в коробочку. Замечательный мишка. В магазине игрушек большой ассортимент. Барби пришла со своей малышкой. Добрый день, что ищете? Мне нужна красивая игрушка для дочурки. Старая совсем износилась. О, ужас! Сейчас найдем нового друга малышки. Взгляните. Не то. Мишка? О, какой милый, он просто чудо. Малышке игрушка тоже понравилась. Возьмите деньги. Нет, это подарок. До свидания. Богатая Барби с малышкой на площадке. Поиграй с девочкой. Детки сразу подружились. Как мило.
Да, малышки обменялись игрушками, и мамы нашли общий язык. Коробочка с бусинками. Объемные ручки. Из прозрачной бусины мастерим чайник. Чудесный сервиз. Богатая Барби ждет гостей. Все готово. Привет. Малышка, хочешь играть? Ты так хорошо выглядишь. Девушки отлично проводят время вместе. Я кое-что приготовила для детей. Великолепный сервиз для дочурок. Как мило! Сладости! Маленькие леди устроили чаепитие. Ах, какая прелесть! Правда, они чудо? Малышки довольны, а Барби стали отличными подружками. Вау, киндер! Упаковка пригодится. Золотой сундук. Забросим монетки и половинку яйца. Ух ты, цвет теперь золотой. Разрежем пушистую ткань. Мягкая обивка. Пара автокресел для безопасности малышек. Автосалон. Бедная Барби пришла за покупкой. Я хочу купить автомобиль. Если выбрали модель, можете оплачивать. Барби отдала деньги. Вот ключик. У меня есть машина. Ура! Похвастаюсь Барби. Вау, классная машина. Подруга в восторге. У меня есть подарок. Принесите, пожалуйста. Девушка вынесла детское автокресло. Здорово, какое красивое. Дворецкий принес малышку и усадил в машину. Мамочки едут в ресторан. Ты так дорога мне, Барби. Ты изменила мою жизнь к лучшему. Настоящие подруги. Девушка услышала голосок со свалки. Кто там? Ой, малышка, как ты здесь очутилась? Пойдем со мной, здесь небезопасно. Лалилу, я захватила картон. Мастерим кроватку. Скрещиваем палочки. Бечевка поможет? Конечно. Распишем сердечками. Картонная коробка заменит детскую кроватку. Девушка принесла малютку к фургону. Вот мы и дома, малютка. О, кто-то вложил записку. Так тебя зовут Барби. Пора искупаться. Польем водичкой. Теперь чистюля. Нужна кроватка. Картонная из коробки в самый раз. Накрою газеткой. Даже мобиль с долларом приделала. Пусть тебе сопутствуют удача и богатство. Сминаем коробку. Обводим шаблон машинки. Круги колеса. Осталось соединить зубочисткой. Ставим корпус. Изолента послужит стеклом. Крафтовая машинка полный вперед. Детишки играют в парке. Привет, ребята. Ого, как здесь круто. Привет, ты новенькая? Ага. А на чем ты катаешься? Обгонишь мой скутер? Мне тоже нужен какой-то транспорт. Барби не растерялась и скрафтила машинку. А вот и я. Давай распишем твою тачку. Все взяли баллончики. Машинка выглядит мило. Получилось здорово. Спасибо, подружки, еще увидимся. Старая газета. Примерим как топ. Юбка из мусорного пакета. Подвяжем бечевкой. Пройдемся кистью. Вся одежда перепачкана. Но это не портит девочке настроение. Мама управляется по хозяйству во дворе. Мам, занята? Стираю, крошка, занята. Чтобы придумать?
Во дворе столько простых развлечений. Вместо коляски – тележка с сеном. Мой скоростной болид. Ох, непоседа. Нужно тебя отвлечь. Давай соорудим горку из шифера и бочки. Кататься так весело. Подрастает активная девочка. Самозастывающая глина. Лепим корпус швейной машинки. Крепим с краю. Вставляем шпильку. Состарим губкой. Установим машинку на подставку. Протягиваем нить. Теперь самому можно шить что угодно. Мама старается всячески украсить дом. Накопила на новые шторки. Мама, мамочка! Все девочки модные, а у меня совсем нет красивой одежды. Ложись отдыхать, мама что-то придумает. Хватит швейной машинке стоять без дела. Только где раздобыть ткань? Эх, пожертвую шторами. Ну вот, обновка готова. Малютка, просыпайся. Платье принцессы. Мечты сбываются, если веришь. Я такая красивая. Только со шторами что-то не то. Ерунда, это всего лишь вещи. Люблю тебя, ты лучшая мама на свете. Нарезаем дизайнерскую бумагу. Полно интересных принтов. Собираем странички на фурнитурные кольца. Вклеиваем портрет. На обложке имя Барби. Портфолио выглядит безупречно. Мама решила порадовать дочку сюрпризом. Не подглядывай, знаешь, куда мы пришли? Вау, это же фотостудия! Привет, малышка. Умеешь позировать? Просто будь собой. Отличный кадр. Ну вот, ваши снимки готовы. Спасибо большое. Приходите еще. Посмотрим, что у нас получилось. Ух ты, какие красивые снимки. Вклеим твои портреты в портфолио. Давай вместе. Уверена, тебя ждет счастливое будущее. Выбираем ткань. Снимем мерки. Сошьем половинки. Наметим юбочку. Подчеркнем талию пояском. Элегантное платье так идет нашей девушке. Ребята устроили шумную вечеринку. Все болтают и веселятся. Диджейка играет крутой сет. Эй, пускайте пузыри! Поиграем в мяч. Погоди, дождемся Барби. А вот и она подъехала на велосипеде. О, кажется, это здесь. Барби, наконец-то! Гоу танцевать! Вау, какая красотка! Барби, крутой лук! Тот парень так на тебя поглядывает. Он известный режиссер. Привет, я Кен. Барби. Приходи на съемки, из тебя будет чудесная актриса. Okay. Неужели это любовь? Проверим штампики. Розовый фоамиран. Захватим колечки. Побольше глиттера. Вклеиваем зеркальце. Берем трубочку. Достаем наконечник фломастера. Закрываем футляр. Брендируем. Вкладываем в органайзер. Фирменная косметика Барби. Барби становится очень популярной. Она решила запустить свой бренд косметики. Здравствуйте, мне нужно обновить косметичку. У нас вы найдете косметику на любой вкус. Вау, сколько всего! А это тени?
Да, очень блестящие и пигментированные. Давайте попробуем в мейке. Я влюблена в эту косметику. Хочу все. Спасибо за покупку. Теперь у Барби нет отбоя от клиентов. Все девушки города пользуются косметикой ее бренда. Приветик, мне нужен новый образ. Примерим рукава. Сошьем пышную юбку. Восхитительное вечернее платье. Дополнительный слой. Почетная лента «Мисс Мира». Платье сверкает стразами. Какая красотка! Не отвести глаз! Барби участвует в конкурсе «Мисс Мира». Представляем наших участниц. Кто же станет победительницей? А вот и Барби. Ничего себе, какая красотка! Пришло время назвать имя обладательницы титула. Это Барби! Поздравляем! Какая приятная неожиданность! Вы заслужили эту корону! Спасибо всем, кто меня поддерживал. Это огромная честь. Трубочки. Покроем лаком. Закрепим микрофон. Обернем полоской. Лалилу ТВ. Фирменный микрофон самого популярного канала. Барби получает ключи от города. Вы достойны этой награды? Я всю жизнь шла к успеху, и, наконец-то, мои мечты сбылись. Ах, какая трогательная речь. Спасибо моей маме за все, что для меня сделала. Без нее я бы не справилась. Моя девочка, моя звездочка, я так тобой горжусь. Секрет счастья Барби в поддержке близких и трудолюбии.